Запись идет на две камеры. Буду показывать вам картинку. В правой руке. Ой, все, выключилось. Вот так вот инста работает. Позор, мам. Представляете, что инста делает? Он включает. Жесть. Новая камера. Позорище. Попробую батарейку достать. Ну, конечно, неприятно. Достану. Сунем обратно. Просто попробуем включить. Все. И не включается. Висит. Так, надо разобраться, почитать в интернете. Обидно, конечно, за столько денег отдал. Полгода не проработал. Ну что, пройдем к волкам. Посмотрим, что там же сделали. Может, что-то подделать надо, а то у нас дождь обещают. Чтобы уже. А кстати, через 2 недели уже будут сильные дожди. И можно будет уже травку посеять. Семена. А пока просто в гости зайдем. Нашим барбосе. Нельзя. Нельзя. Что, вы доели? А вчера вас не покормил, потому что они не доедают. Много жарко, они уже столько не требуют энергии. Корм жирный, а питбули все едят. Ну, не доели. Чего вы, чем вы питаетесь? Привет. Чего ты из-под лобя Тайра смотришь? Надо ступеньки нормально сделать. Опа! Тут-то скользко у вас, молодежь. Так, что тут натворили? Да что ты, что? Скучаешь? Скучаешь? Че не кушаете? Уже разрыли, да что, что? А, это, наверное, жарко было. Че ты испугалась? Так, надо будет грабли взять сейчас. Опять в пыль, блин, не хочу, блин, чистый, блин. Ну, хрен с ним, а что делать? Ладно, пусть через часик меньше ветра будет сделать. Так, ваши тропы. Так, так, так. Ну, в принципе, островок есть. Здесь будочки сделаны. Ну, чуть уклон видно, идет прям. Да, еще бы машину. Ну, я уже не буду, но машину бы земли еще бы. Хотя много сделаешь, он сильно сползет. Короче, тракторист не понял, что я хочу. Тут на самом деле было насыпано, он просто... Чуть не так сделал, но в принципе пойдет. Пойдет. Так, так, так. Это руками надо уже поработать. Ну что делать? Сделаем. Так. Ладно, выключаемся. В общем, в Багдаде все спокойно. Ой, блин, как вы тут не падаете? Скользко. Чуть скользко. А где мозг? Не сюда не иди, там красиво по герму. Мозг, сюда. Встань.
Красиво. Нельзя, нельзя. Молодец, ты мой рыцарь мой. Нельзя, не прыгай, нельзя. Ой, молодцы, ой, молодцы, ой, молодцы, ой, молодцы. Что, что это сладко? Ой, какая красотка, магит. Ты просто шедевр. Подожди, стой. Ой, какая ты красавица, какая ты красавица. Вот это на айфон четко. Офигенная красотка. Офигенная красотка. Офигенная красотка. Сейчас и фото. Вот, вот. Молодец, красавица. Кимка так подскользнулась. Что, с тобой не играет? Муса офигел? Муса офигел? Муша офигел? Не играйся, не играйся. Муша с тобой не играет, я буду играть. Ты их кусаешь, а меня нельзя. Чуть-чуть только есть. Ай, 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 ай. Так, ну давайте позанимаемся с вами, да? Давайте позанимаемся спортом. Кимочка. Кимка. Так, сейчас отпустим. Линточку. Блин. Багирка, подожди. Ой, как. Красиво. Не прыгай. Чуть холл кадыбом, что тебе не нравится. Ему точно. Молодцы. Че, позанимаемся? Маленечко. Муса такой парень, что его все угадывают. Никто с ним связываться не хочет. Так, завтра у нас уборка вольеров. Обработка от клещей-паразитов. Все-все делаем, ну, завтра. И все, я теперь люблю GoPro. Даже если инсту сделаю, буду на GoPro снимать. Все, хватит. Или вам жарко? Ого. Да нет, я думаю, позаниматься можно. Так, так. Начнем. Да на удочку. Хотя лучше всего мячик, конечно, покидай. Так, не, давайте на удочку. Мячик это... Там трава заросшая. Так. Погнали. Так, сейчас обувь переоденем. Так, не знаю, поймете, нет? Вот так сделал. Эти камни здесь были. Все поубирал. Туда бы, тут землю чистили. Вот здесь полно было камней, повыкидывал туда. Короче, еще, блин, мне просто ехать надо. А так, один день все камни убрать, все большие, ненужные. И, ну, сюда вот накидал, надеюсь, что сильно не скатится. Еще бы землю бы сверху засыпать на эти камни, да? И, в общем, и все травой заделать, и все. Так, это у нас бетон, да. Так... Молодцы. Спать не чешется. Иди, 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 как красота. Зайчик ты наш. Да. Ничего, под дождь обещаю. Ночью. Под утро. Где-то обещают, где-то нет. Я решил вот землю в порядок привести. И пусть уже льет. Здесь вроде стек есть. Оп, оп, ой, спать, ты чё такой рад? Ты чё такой резвый? Вот как понять, что с ним было? Спать, ты далеко ушел. Я говорю, вот чё понять, что с ним было? Спать, иди.
покушай. Я тебя же снять хотел. Все, ничего не чешет, не беспокоит. Представляете? Молодец. Ой, друзья. Сейчас прикол был. Короче, спать бежит, Кими его сзади догоняет. Врезается, ну, в попу касательно. И Спайк думает, что она, ну, что-то хочет ему сделать. Он так боком морду повернул, типа, на нее. Короче, прикол был. Ого. Всем здрасте. Хозяин вернулся. Дождик, не зря вчера землю копал. Ой, ровнял. Да. Спайкуша вчера натворил, знаете что? А, сейчас приколю, смешно. Да. Ну иди, 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 ты домой. Ой, друзья, Спайкуша вчера применил хитрость. Значит, ситуация была такая. Я, значит, собираюсь ехать в Майкоп с ночевкой. Думаю, его, как всегда, дома буду держать, да? Значит, до этого съел консерву. А консерва так, ну, запах такой стоит. Я в мусорку кидаю. Вы уже примерно догадались. Затем я кручусь здесь, он там закрытый. Ничего не делает, все хорошо. Тут я уже все собираюсь уезжать и говорю ему. Ну, он понимает, что я уже... Я ему говорю, жди, закрываю на замки, он все слышит. И думаю, ладно, покурю так, поеду. И тут сижу, курю, и слышу, что-то шуршит там. А я еще не уехал. Я открываю дверь и застаю его, как он это перевернул, этот... мусорку, консерву достал, но она так просто пахла ему сильно. Он буквально только покушал. Я его, короче, отругал, по попке шлепнул. Он пошел в клетку, прыгнулся вот так, смотрит на меня из-под лоби. А мне его и жалко, и он все понимает. Я говорю, ты зачем это делаешь? А? Ты как так? Ты что? Я не пойму. Сули, этот дворняжка, да, все, короче, его. Ну, вы бы видели его глаза, как он на меня смотрел. Короче, я уехал, и мне так внутри было его жалко. Думаю, ну, пацан не выдержал, там такой запах стоял. Думаю, постоянно этот корм ест. Он вообще так не делает, но как он хитро сделал. Когда понял, что я уезжаю, начал, а до этого не трогал мусор. С консервой. Ну, его лицо на лбу видит, друзья. Он как ребенок становится. Все. Как ребеночек. Как ребеночек. Как ребеночек. Спай, вчера ты прямо это, вину почувствовал, да, свои? Так, ролик надо делать. А, киарку давайте отпустим. Ну вот, на GoPro снимай. И снова седая ночь, и только ей доверяю. Ау. А терпеть, а ждать. Молодцы. Ну кто ж так, меня? Да. Я бы отпустил, конечно. Я отвык вас отпускать, привык по парам. Суками что-то страховато отпускать. Хотя они у меня не драчуни, но все-таки. Как так, спать, гулять. Да, сейчас сделаю.